1995 году Всемирная организация здравоохранения по Украине объявлена эпидемия. То есть это, ну, зашкаливали показатели выше 100, 90, выше 100 показателей заболеваемости по всей Украине. Ну, от 95 года прошло уже много лет. И, конечно же, работают с участием международных организаций, с участием программ. За это время было несколько программ по туберкулезу, которые, вот последние программы, две, они возведены в рамку закона. То есть это закон по борьбе с заболеванием туберкулеза. Конечно же, не сидели сложа руки и работали для того, чтобы приостановить эпидемию и снизить показатели заболеваемости туберкулеза. Насколько это удалось? Да, это удалось. Показатель по Украине также снижается. На сегодня я назвала, но он не точный, 51,9. Буквально, ну вот скоро уже будет объявлен окончательный, потому что идет подсчет этого показателя. Но как бы международные эксперты зафиксировали, что снижение показателей идет по Украине, ну, примерно на 2% ежегодно последние годы. Если сравнивать с показателем по Украине, то за последние годы, наверное, за последние 10 лет, Харьковская область находится в лучшем положении, чем вся Украина, и находится ниже показателя общеукраинского. На сегодняшний день, за 2017 год, этот показатель составляет 41,6. По сравнению с прошлым годом, этот показатель стабильный. В прошлом году это было 41,8. Вот, то есть, ну, небольшое снижение можно считать как стабилизацию заболеваемости. Относительно стабильным показатель этот заболеваемости находится с 2000, вернее, за последние 5 лет. Тем не менее, этот показатель выше эпидемического порога, который 30 на 100 тысяч заболеваемых, на 100 тысяч населения. Вот поэтому, конечно же, есть поле деятельности, есть еще много вопросов, которые нужно решать в плане борьбы с туберкулезом. Ну и, наверное, как бы и сегодняшняя наша, вот, наша встреча посвящена тому, чтобы донести до людей те вопросы, которые, ну, на сегодня необходимо делать, и что должен делать потенциальный пациент и многие другие вопросы. Какой второй эпидемический показатель, который характеризует эпидситуацию? Это смертность. Смертность по Харьковской области также невысокая, она составляет за прошлый год 7,8 на 100 тысяч населения. И она также поступательно снижается, этот показатель, как и показатель смертности. А за прошлый год впервые зарегистрировано новых случаев 1118 заболевших туберкулезом. На диспансерном учете с активными формами туберкулеза состоит 1664 человека по состоянию на 1 января 2018 года. И половина из этих состоявших на учете – это люди, у которых развился химиорезистентный туберкулез, либо туберкулез, который устойчив к противотуберкулезным препаратам. Эту группу людей лечить очень сложно и долго, и затратно. Поэтому это вот первая проблема. Это то, что в структуре заболеваемости почти, ну, скажем так, 50% – это люди с устойчивыми формами туберкулеза. Если рассматривать дальше, то за прошлый год, за 2017, у нас несколько увеличилось, незначительно, но увеличилось заболеваемость детей и заболеваемость подростков. Заболело за прошлый год 38 детей и 13 подростков. Это больше прошлого года, это не в 2 раза, в 1,3 раза больше заболело детей и в 1,3 раза больше заболело подростков. Это тоже на сегодняшний день считается плохо, потому что дети не должны болеть, и дети заражаются от взрослых. Поэтому есть проблема. Это выявление туберкулеза у взрослых наиболее раннее, вот, и принятие мер для того, чтобы не распространялась дальше эта инфекция, чтобы не болели дети. Что еще настораживает на сегодняшний день? Это то, что
в структуре заболевших есть больные с сочетанной патологией. Это туберкулез и это ВИЧ-инфекция. Их по сравнению с предыдущими годами этих больных становится больше. Если в прошлом году в абсолютных числах это было 76 впервые заболевших, то в 2017 году это 93 человека. Это тоже очень тяжелые больные, потому что нарушен иммунный статус, и оказывать им помощь очень тяжело. Это два вида терапии. Это противотуберкулезная терапия, это антиретровирусная терапия, иначе успеха не будет в лечении этих пациентов. И масса еще других терапий, которые присутствуют в диагнозе, другие заболевания, связанные с ВИЧ-инфекцией. То есть это достаточно сложная категория больных, и, конечно же, нужно уделять внимание этой категории больных и своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, проводить химиопрофилактику в этой категории населения, которые ВИЧ-инфицированы, для того, чтобы они не заболели туберкулезом. Стоимость пребывания. Огромные деньги тратятся на больного туберкулезом. Почему мы и говорим об этом? Потому что, во-первых, это опасно. Сам туберкулез – это опасно. Во-вторых, это затратно. Лечение, пребывание, оказание помощи больному туберкулезом в среднем стоит в день 635 гривен. Сюда входят все затраты. И коммунальные услуги, и лечение, и питание, и оплата персонала. То есть достаточно дорого один день пребывания в стационаре. На сегодняшний день методами выявления туберкулеза по-прежнему остается это флюорография, это метод отбора патологии выявленной, ну и дальше углубленное обследование, если такая патология есть. Если у человека есть симптомы туберкулеза, то есть он кашляет, выделяет при этом мокроту, то такого человека можно сразу обследовать и выявить возбудителя в патологическом материале. Для этого в области есть все условия. Есть лаборатория третьего уровня, которая работает на базе областного противотуберкулезного диспансера номер один, которая оснащена современнейшими аппаратами для того, чтобы можно своевременно, быстро, во-первых, диагностировать туберкулез, во-вторых, выявить устойчивые формы туберкулеза, о которых я уже сказала. То есть с первого дня этот метод позволяет начать правильное лечение с учетом чувствительности антибиотиков, то есть с учетом чувствительности возбудителя к антибиотикам и химиопрепаратам, которые нужно назначить больному. Что еще на сегодняшний день применяется для выявления туберкулеза, если говорить о туберкулезе взрослых? Это сейчас вводится скрининговое обследование населения. То есть выдается человеку, который пришел на прием к другому врачу и находится в очереди к доктору. Ему предлагается анкета с рядом вопросов, на которые он должен ответить. И если там большинство вопросов ответов в пользу туберкулеза, такой человек должен быть отобран и сразу направлен на обследование в плане туберкулеза. То есть сразу эта анкета дает возможность заподозрить у больного туберкулез по его ответам, которые он отметит в этой анкете. Если говорить о детях, то по-прежнему остается это туберкулинодиагностика. Это метод, который позволяет посредством постановки пробы МАНТУ выявить инфицированность ребенка. То есть если наступило инфицирование, то есть попадание туберкулезной инфекции в организм ребенка, этот метод показывает, что ребенок инфицирован и дает возможность доктору провести профилактическое лечение этому ребенку, чтобы не развился туберкулез. На сегодняшний день в Харьковской области с вакциной проблем нет, и с вакцинацией тоже. Значит, вакцина БЦЖ в Харьковской области, производство Болгарии, в достаточном количестве. Это, я брала последние цифры у специалистов, это порядка 109 тысяч доз. Этих доз достаточно, чтобы провести вакцинацию всем новорожденным, которые подлежат вакцинации,
И у меня данные на 1 марта 2018 года по вакцинации БЦЖ, что в родильных домах 2800 детей или 83% там с небольшим вакцинированы этой вакциной.